1 ноября в микрорайоне Соминка после капитального ремонта наконец-то открылся 131-й детский сад. Вместе с педагогами и воспитанниками, которые временно посещали другие садики, там побывала наша съемочная группа. Открытие любимого детского сада с нетерпением ждали 200 малышей, их родители и воспитатели. Летом 2022 года на время проведения ремонтных работ все они были переведены в другие образовательные учреждения. И вот профессиональный коллектив в полном составе вновь в родных стенах. А дети с радостью изучают обновленные группы. Крышу разбирали до дыр в потолке. На это ушло достаточное количество времени, но мы справились с этим. После того, как здание высохло, кровля, оказалось, что нужно привести в порядок фасад. С этим мы тоже справились, утеплили фасад. И сейчас вот воспитатели, которые работают не первый год, говорят, что очень тепло стало в здании. И само здание получило вторую жизнь, я считаю так. Теперь нас заметно издалека. Во время ремонта здесь поменяли цвет стен и частично мебель. Потом сделали перестановку в группах. Кроме всего прочего, были закуплены очень много детского оборудования, инвентаря, игрушек, заменена сантехника, покрашены стены. Мне кажется, что дети довольны, дети счастливы. Предмет особой гордости – пищеблок. К открытию детского сада закуплено сразу несколько единиц оборудования. Мы теперь в два раза лучше будем печь пироги. Удивительные котлеты вкусные будем делать в этом шкафу. Пюре теперь будет без комочков, очень вкусное. Детки очень любят. В честь первого рабочего дня в детском саду состоялся праздник. Дети и воспитатели подготовили творческие номера. Мы сегодня возродим наш любимый детский сад. Здесь мы будем развиваться, улыбаться и расти. В ходе торжественного мероприятия работникам образовательного учреждения были вручены благодарственные письма администрации города Твери.